канале НКМ. И сегодня со мной в видео присутствуют вот эти две замечательные дамочки. Представьтесь. Меня зовут... Я прекрасная. Ага. Вас как? Ариша. Вот и здорово. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ты что-то хочешь прокомментировать? Может быть, совсем не стал. На закрытый. Я сейчас открою. Открой свой бизнес. Короче, в этом видео мы проверим, кто из девочек знает меня лучше. Я буду задавать им разные вопросы, и задача ответить правильно. Ну или хотя бы просто ответить. Начинаем! Начинаем! Так, первый вопрос, он самый легкий, чтобы сразу узнать. Как тебя зовут? Стоит ли мне разочаровываться вас? Когда мой день рождения? Так ты пиши сюда! А мы сейчас показываем или потом в конце? Сейчас. Давайте, раз, два, три. Какое? Не видно ничего. Все правильно. Ладно, пока что я не разочарована ни в ком из вас. Илья, веди, пожалуйста, счет. Один? Один. За кадром у нас сидит Илья, который будет нам сегодня помогать вести счет, если он умеет задерживать большие цифры в голове. На один все. А ты что, офигел? Она выступает. Она выступает. Она посматривает вопросы следующие. Нет, какая ты выступает? Анна Алексеевна. А что ты ему сказала? А почему это там? Разве был такой вопрос? Нет, я не просто... Так я не читала твой вопрос, я просто хотела узнать. Второй вопрос. Короче, здесь хотя бы хоть что-то напишите. На какие кружки я ходила в детстве? Я написала один. Сейчас, надо подумать еще. Позвоните. Кстати, сорина коронная. Чувство. Мои новые ботиночки. Я хотела другое сказать. Это Гуч. Это коллаборация Гуч и Луи. Вот такие вот. А у меня форсики и классные носочки, кстати. Клево, да? Саня, самое лучшее качество характера – это вежливость. Я надеюсь, что вы это уже заметили. Надо написать, когда ты в детстве или... Детстве вообще, типа, в данный момент можете тоже. Хотя бы... Типа детство, начальная школа считается. То, что сейчас тоже. Пишите, короче, все, что можете. Пишите просто цифры рандомные. Цифры. На какие? На вопрос, какие, я буду отвечать словами. А никто долго пишет. Я сейчас повешу здесь от скуки. Да. О, клево. Спасибо. Ну все, мне кажется, достаточно времени было, чтобы вы подумали. Покажите хотя бы хоть что-то. Давайте. Короче. Раз, два, три, показываем. Так, давайте начнем с ответа Арины. Диктутика. Гимнастика, танцы, музыка, плавание, английский. Гимнастика правильно, танцы правильно, музыка правильно, плавание минус, английский правильно. Молодец. Твоя очередь. Это гимнастика, музыкальная школа, английский дополнительный. Кто? Что такое дополнительный? Дополнительный английский. Английский. Мы записали, одинаково, как я записала плавание. Да. Ну, все равно не кстати, да. Минус 0,5 балла. Еще какой минус 0,5? Один, два. У нее не все неправильно и не все правильно. То есть ей 0,5 баллов. То есть, ну, нет, 0,5, да. Нет, у меня все правильно, у меня все. У меня, заметь, у нас одинаково. Давай 0,7. Нет, 0,75. А ты что, бьешься? Дерешься. Я думала, что ты делаешь плавание. 2,175. Нет, кстати, знаешь что? К слову, просто. Нет. Вот к слову, я ходила на плавание 2 раза. Мы, у нас в детском саду нас возили на плавание раз в неделю, но они у меня совпадали с музыкальной школой, и 2 раза я ходила, поэтому давайте оставим Марии 1 балл. Так, будет честно. 2-2. Следующий вопрос, ответ на который я сама толком не очень знаю. Походу мой сейчас вопрос будет. С какого примерно возраста я веду YouTube? Мой вопрос. Подумать надо хорошо. Флешбеки из прошлого. Промежутки от 6 до 14. Гениально, знаешь, промежутки от 2 до 14. Промежутки от рождения до 14. Да. Это гениально. Да. Ладно, пусть будет. Нет, стоп, я должна знать. Сейчас, сколько в школу идут дети? 7 лет. 8? По сколько в школу идут дети? 8? 7. Арина, которая пошла в 9. Упс. Я в 6 пошла. Немножко проспала. Я в 6 пошла. Раз, два, три. Нормально. Первый, третий класс. У тебя что? Первый класс. Не первый класс. Почему такой неопределенный ответ? Отвечаю на вопрос. Внимание. Ребят, пальцем в небо, четвертый. Нет, я думала, где-то второй класс. Второй, третий, это неопределенный ответ.
Ну, во-первых, смотри. Я не буду. А я сказала примерно. Хорошо. Так он сказал примерно, не я точно. Это не было. Я помню, да, я помню. Это, скорее всего, был третий. И, возможно, ну, конец второго, наверное, третий. Да нет, это был третий. Окей, давай, тоже так, следующий вопрос напиши. Просто, ну я же сказала пример, ну, Соня, тебе на 14, все. Что ты так обижаешься, Соня? Потому что, блин. Потому что, да просто потому что. Назовите мои любимые сериалы. Один, там, 2-3, например. Напишите 2-3. У нас видос. Вот это с ёбочками занимаемся. Мы скоро уйдем через... Да. Мы поставим все на место, мы тут убрали, чтобы... Об этом я даже не сомневаюсь. Илюшенька, поставь. Илья у нас такой вечно занятой. А тут сидит. Сегодня делали... Сегодня такой день сложился. Сегодня такой день, да, получился. Так, позвоним все важные встречи. Да. На 5 часов переложил. Как обычно. Давайте. Знаешь, после съемок он такой, я опаздываю везде на 5 часов, у меня вообще-то сейчас должна была быть судебное разбирательство, репетитор по танцу. Давайте, раз, два, три. Так, пока я записала «Очень странные дела», «Королева крика», «Общество», «Конец грёбаного мира». Правильно. Я написала «Очень странные дела», «Ривердейл». Она «Ривердейл» не любит. Я поняла, что она начала смотреть, но ей не понравилось. Да. Я это помню еще в прошлом году. Кажется, здесь бал Арине. Я даже не знаю, откуда я это знаю. 4-2? 4-2. Так, следующий вопрос. Примерно, говорю, примерно, напишите, как давно я живу за городом. Примерно. Примерно. Давайте, раз, два, три. Так, что у тебя? 7-9 лет. У тебя 6-8 лет. Ну, давайте вам обоим зачитаем балл, потому что 8. Какое у меня домашнее животное? Оп. Ну, это легко же. Давайте, раз, два, три. История можно. Морская свинка. Собака. Собака Алабай Ричард. Ну, еще по баллу получается. Такой интересный вопросик. Хочу ли я себе какой-либо пирсинг? Если да, то какой? Это такое грибовое молчание. Знаешь, она как... Ну, мы вообще с вами как-то, ну, разговаривали. А у нас есть пирсинги. Ну, вот, да. Девочки-то уже прокололи все, что хотели. Не все. Я хочу еще проколоть. Я хочу вот тут проколоть. Вот тут проколоть. Вот тут проколоть. И вот тут вверху проколоть. И вот тут еще проколоть. Больно. Это больно. И что? У меня высокие... Такой... Низкий порог. Высокий. Нет, порог. Высокий порог. Типа тебе не больно? Да, мне не больно. Не больно. Ой, больно. Ты готова? Надо оформить, приклеить много гифок, время, геолокацию и температуру. Я тоже хочу оформить. Ребят. У нас еще? Мало времени. Еще серьезно, я не оформляю. Давайте без творческого занятия, пожалуйста. Арина такая, ой, упс. Готова? Угу. Да, я тоже. Раз, два, три. Еще что-то видно. Так, показывай. Да, возможно. Я думаю, что крыло носа вот тут вот типа. Да. И еще дырку в ухе. Но это 50-50. Да, у тебя что? Да, возможно. Возможно, да. Большими буквами. Ну, давайте я помню, что она говорит, что вот тут мне нравится. Не нравится, но... 6-4, да? Она... А, нет, 7. Мне нравится, какой крыло носа. Я хочу заказать какую-нибудь обманку с Алиэкспресса. 7. Да. Нет, я лучше его не знаю. Я сама в шоке. Знаете, следующий, Арина следующий тур. Арина борется с моей мамой за звание меня и выигрывает. И мама такая, упс. Какая моя любимая игра? Какая? Тебе нужно ответить. Настольная или компьютерная? Настольная. Мне кажется, она в мобильные не играет. Ну давай, рожай, Соня. Ну алло, тормоза, последний вопрос, поеду. Последний? Нет. Соня, которая здесь насилие, держит за ложку. Давайте просто сделаем последний. Давайте просто сделаем последний уже. Остальное за. Давайте, раз, два, три. Я набила мафию на монополии. Я также прям просто. Все, супер. Супер, все супер. Так, следующий вопрос. Кто мой краш? Я знаю точно, кто краш Сони. Их там три. Два. Их там вообще с каждым днем все больше и больше. Да, кстати. Ну, самых таких, ну, прям долгих. Популярных. Два. Популярных. Популярных. А так все остальные там три-четыре. Ну, все? Готово? Да. Ну, я думаю, что так, но не раз, два, три. Кто-то из сериала «Общество». Парень из ТикТока
Точно! Этот Даня, который снялся в фильме. Блин! Я думала, кто-то сидел в обществе. Нет, там вообще... Я забыла, что... Да, который расстался с Региной, я забыла! Ношнапер. Ношнапер. Так, следующий вопрос. Какие мои любимые предметы в школе? Два, например. Напишите. Можно я напишу все, и ты выберешь, как бы тебе. Саня такая, весь перечень предметов за 8 класс. Нельзя подключить ДКП, ОВЖ и физру. Аня сказала 2-3, поэтому я написала 2-3. Так, что у тебя? Математика, химия, история. Что? Что здесь делать математика? Химия хорошо. Математика это и алгебра и геометрия. Не сказать, что это мой любимый предмет. Химия это хорошо, но это не мой любимый предмет. Аня, история попадает. Это нормально. Химия, история, общество. История, общество попадают, химия, хорошо отношусь. Я не сказать, что люблю прям математику, но вообще там должен был быть обязательно английский. Блин, я точно! Я забыла, что он существует в этом мире. Хочу ли я себе татуировку? На пальце ноги. На пятке. Все, давайте. Раз, два, три. Показываем. Что у тебя? Ну, пусть сначала она покажет. Нет, пусть она сначала покажет. Клево. Возможно, возможно. Все возможно. Возможно, нет. Возможно. Может быть, нет. Хочешь маленькую на запястье? Ну, типа, вот эту маленькую. А может быть, ну, это, знаешь, это прям очень маленький случай, когда она о чем-то это думала. Ну, вообще, типа, скорее всего, нет, потому что я понимаю, что если я делаю одну, то мне захочется еще. Вот. Давайте каждому по баллу. Нет, да, давайте. Потому что я думала, что реально о том, что если будет, то это будет, скорее всего, на запястье. Да, я говорила, она говорила, что она хотела, хочет, может, маленькую такую на запястье. Как ты такую запоминаешь? Я не знаю. Соня, знаешь, когда я говорю, что это Соня, такая, ага, потом такая, выкинуть из головы, забыть. Ладно, давайте, последний вопрос. Какие продукты я ненавижу, не люблю? Два, напишите. Завались, ничего не говори. Завались. Напоминаю, Сонина коронное качество характера, вежливость. Или ты любишь это? Она это любит, да. Тут неожиданно выяснилось, что у Сони есть экстрасенсорные способности. И она видит то, что пишет Арина. Раз, два, три. Помидоры и лук, правильно. Молоко, кисель, мои продукты. Я люблю мои продукты, я люблю кисель, и я спокойно отношусь к морю. Урыла. Урыла. А я не знаю, почему мне показалось, что кто-то у нас Последний вопрос. Назовите, там, не знаю, варианты профессии, которые я рассматриваю в будущем. Как я могу назвать? Я знаю. Когда я спрашиваю, она говорит. Я написала, я знаю. Она говорила это. Я вчера слышала, да, блин. Я же тебе показывала. Да. И я тебе говорила. На информатике. Нет, я просто обычно всегда На такая. Информатике спасибо. Спасибо. У меня другая группа на информатике. Иди в жопу. Ну, это вопросы все к ПТВ. Нет, я знаю, что ты хотела быть в прошлом году. Кем ты хотела быть в прошлом году? Давай, я засчитаю это. Засчитаешь? Да. А можно несколько? Так, по-моему, Можно несколько вариантов. Хорошо, просто подумайте. Представьте себя на моем месте и напишите. Мне просто интересно посмотреть, что... Ладно, давайте, короче. Я была не была. Раз, два, три. Стоп, нет. Нет, давай я посмотрю, что у тебя. Хэштег профессия. Ну все супер. Мы ставим тебе лайк, а у тебя нет бонер, что-то с врачебностью. Врачебность, что это профессия? Правильно, вот это вообще? Актриса что-то связано с английским? Ты не говорила, что ты хочешь быть актрисой, потому что... Информатика. Мне она этого не говорила, потому что у вас другая группа информатики. Да, я знаю. Что вообще? Первые два пункта правильно, врачебности вообще нет. Ну, типа, знаешь, что-то... Поэтому давайте просто не будем засчитывать этот вопрос. Это было почему? Нет! Хорошо, по тому баллу. Так, в итоге я победила. Конечно, я победила вас, понятно, девочки? Я вас переиграла. У меня 10, а у меня 9-5. Нет. Ты все перепутала. Все наоборот. Короче, я на самом деле ожидала, что результаты будут совершенно другими. Типа Арина такая, блин, я не знаю, я думала вопроса. Я тоже так думала. А я помню, что на это все в школе болтает. Ну все, как бы все супер. А я слушаю все. Значит, все получается, все хорошо. А я слушаю все. Получается, что я лучше тебя. Я не знаю. На 0-5. Ну вот и все. Это было. Все, и всем пока-пока. А еще не забывайте подписывайтесь на.
на мой инстаграм, на ее инстаграм, на ее инстаграм, на мой тикток, на мой тикток, на этот канал замечательный, который я выигрываю каждый раз. Я выиграла на тему 0,5, так что пошли. Поэтому всех люблю, всех обнимаю. Аня вас тоже любит, может быть, наверное, нет? Наверное, да. Поэтому всем пока-пока. А еще я нажимаю. Пока-пока. У меня болит нога, извините.